Как создать видеоролик легко и быстро и без специальных программ на компьютере? Татьяна вернулась из отпуска с кучей впечатлений, фотографий, коротеньких видео. И не знает, как показать все фотографии подругам в соцсетях, родителям в другом городе и сослуживцам, чтобы произвести впечатление. Дмитрий через много лет организовал встречу одноклассников, хочет оформить все в видеоролик, но совершенно не знает, как это сделать. Екатерина сомневается, что сможет самостоятельно освоить программу монтажа на Маке. Валентина воспитывает двух дошколят, и почти каждый день у нее новый кадр на телефоне. Очень хочется превратить в захватывающий ролик, сохранить на годы, да и показать бабушкам и дедушкам. Но ей нужно, чтобы было быстро, пока дети спят, все сделать. Сергей – начинающий инфобизнесмен. Необходимо быстро, без затрат, создать несколько роликов с показом преимуществ предлагаемых продуктов. Навыка создания видео нет. Что же делать? Как решить задачи клиента? Вы у цели. На самом деле, для того, чтобы решить ваши задачи, достаточно иметь компьютер и подключение к сети интернет. Мини-курс «Видеоролик онлайн» бесплатно научит вас работать в трех онлайн-сервисах. Просто введите свои данные и нажмите на кнопку «Получить». Обязательно подтвердите подписку. Из курса вы узнаете 3 бесплатных способа создать видеоролики из фотографий с интересными переходами, голосом и музыкой. Простой способ записать живое видео прямо на канале YouTube. Как разместить созданные ролики на вашем YouTube-канале и в блоге. 3 простых способа скачать видео на ваш компьютер. Как отправить видеоролик по почте? 2 способа отредактировать ролик онлайн. 3 способа соединить несколько роликов в один, добавить заставки и надписи. Давайте посмотрим, что получилось у наших героев. Татьяна в восторге от того, что ей не понадобились сложные программы. Она уже показывает своим знакомым сериал о поездке в Испанию. Дмитрий создал видеорепортаж о встрече с одноклассниками через 40 лет после окончания школы и подарил всем диски с его записью. Екатерина, ей не понадобились сложные программы для Мака, и видеоролик уже у нее на канале. А как дела у Валентины? Она создала сериал о своих сорванцах из 15 роликов, объединив в одном месте и фотографии, и коротенькие видео. Сделала необходимые надписи и пояснения. Этот сериал она отправила по почте бабушкам и дедушкам. Сергей вовремя успел сделать несколько рекламных роликов о своих продуктах. Получилось у них, получится и у вас. Теперь настала ваша очередь создать свои видеоролики онлайн. Просто заполните форму справа от видео и не забудьте подтвердить свою подписку.